Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня такая необычная съемка дома. На улице туманно, пасмурно, идет дождик, моросит. А я вот решила снять дома видео. Я вас всех приветствую. Будьте здоровы, счастливы, благополучны. Пусть все будет хорошо. Я решила заняться укоренением роз черенками. Хочу разводить розы черенками. Я тут заодно и учусь. И, в общем, розы я подготовила еще вчера. А сегодня я методом вроде буррито, или как-то так называется, это заматыванием газетки буду. И видела еще много, и просто в грунт. В общем, буду пробовать разные варианты. Ну и если с этого 5 роз у меня выйдет, я буду счастлива. Так что приступим. Вот что я подготовила. Я здесь буду черенки в землю ложить. Вот газеты для этого метода. Самый легкий, кстати, мне кажется. Не знаю, как получится, но мне так кажется. А вот мои черенки. Но это вот черенки для того, чтобы в газету заматывать. А это я изучаю вопросы, разные видео смотрю. И вот сколько у меня этих черенков, много-много. Поэтому я двумя способами это буду делать. Посмотрим, что из этого выйдет. И вообще у нас отключается электричество. Часто не бывает связи. А в нашем компьютере вообще эта связь, которая там, она практически не, пока что не работает. Так что я не знаю, когда я это загружу. Но я надеюсь, хотя бы я вот еще сниму одно видео. Буду раскрывать через 1,5 недели, смотреть. Вот в газетах, в частности, тут-то я чаще буду смотреть. Потом еще я сниму и еще добавлю в это же видео. Так что будем наблюдать за розами. А на улице осень-осень. Ну, начинаем. Берем первый сорт. Мне тут надо один, для того, чтобы в грунт я читала, один, два, два. Так, побери, чтобы были. Да я тоже такое насмотрелась, не сама, а придумала. Сверху в одном месте. По-моему, наверх. Боже, но я сегодня вот я его хотела найти, этот способ, и не нашла, и забыла. Вниз, наверх. И вообще, и вот это вот надо обеззараживать чесночком. Представляете? Начинаю первый. Так предлагалось. Это просто в землю положить. Вот так немножко сверху и все. Жалко, что я не нашла этого способа сегодня. Вот я ищу такое. Надо, чтобы вот эти побеги были наверх. Или хотя бы в сторону. Что я делаю, надо вниз, чтобы было это места, где должна кожа образовываться.
ты толстый. Будет толстый. Интересно, хоть что-нибудь у меня получится. Надеюсь, розочки, я вообще хочу, чтобы у вас была еще одна жизнь. Так, а вот теперь мы вот так их отгородим. Наметим, где были одни, где другие. И подпишем. Остальные вот эти вот в газету завернем. Газета при этом немножко должна мочиться. Ее надо намочить, но не так сильно, чтобы она не в папье-маше превращалась. Просто вот, влажненько было. Так я изучала очень долго. Внимательно изучала. И теперь мы их вот так будем положить и заворачивать. И заворачивать. Через полторы недели надо посмотреть, которые пропадут, будет видно сразу, они станут черными. Вот. Вот мои пакетики. Это все пакетик. И темное, прохладное место. Например, там предлагают шкаф. Надо проверять, чтобы не пересохла газетка. Мне не нравится. Пойду я еще намочу. Чего им тут жить? Еще подмочила слегка. Прячу пакет. И пакет также подписываем. Завяжем. Не думаю, что уже так надо насмерть. Все-таки, хотя я буду их проверять с вами вместе. Я покажу, что получится с этого. Вот, сейчас подпишу. Для этого приготовлена ручка. Это красная такая. Не алая, а там с разными. Ну, в общем, красивая. Конечно, стараюсь, но, по всей вероятности, я не успею. Сейчас отключат свет. Вот это моя любимая, из-за которой я все это и затеяла. Это сиреневая роза. У меня есть чудесная сиреневая роза. И ей что-то там не очень.
в этом году поздоровилась. Она была не такая, как обычно. Вот эту еще там одну. Я понимаю, где она. А вот она тоже. Тоже ее не очень много. Потому что я не уверена, что я не поперепутывала. Такая желто-красная была такая тоненькая. Главное дождаться цветов, чтобы понять, какой цвет. Пока пришла с сада, уже стала сомневаться, где какая. Память уже. А думала, запомню. Это поставлю, положу сюда, эту положу сюда. Куда там? Вот сиреневой и розово-желтой у меня мало, потому что они такие не пышные были. Кустики, так что, ну, может, по сортам-то я не перепутала, а вот по цветам, нет, ну, как раз по сортам, сорта не перепутала, а вот название могла. Ну, хотя, вряд ли у меня столько много получится, как я тут наделала их. Я буду рада всему, что у меня вырастет. Элустому ведь я вырастила в прошлом году. Хотя и не надеялась. Она на самом деле так долго всходит и так долго прорастает. А у меня работы столько с теплицей, с помидорами, с огурчиками, что я ждала-ждала и забросила на нее смотреть. А потом решила пробовать там траву в этих горшочках. Ну и знакомые. Знакомый бурьян вырывала. И остались похожие друг на друга растения. Это оказалась и эустомка. И она цвела. И белая была. И бело-голубая. И розовая. Сейчас они там у меня на подоконнике зимуют. Укореняются, я надеюсь. Вот так. Сюда достаточно. Остальная газетку. Без десяти. Вот. Выключат с минуты на минуту. Вот это и мало, но на газетку поэкономить. Смачу газетку. Предполагаемая сиреневая. А может быть, желто-красная. Такая сначала красная раскрывается, а оттуда желтый цвет. Ну, не желтый, такой кирпичный, что ли, оранжевый. Но она красивая. Красивая. Это тоненькая. Да, у меня есть толстючий пакет. У меня там две розы, такие, как раньше, когда продавали, говорили, что они парковые. Они растут такие толстые ветки,
Высокие-высокие. Мне не нравятся. У меня такая есть. Вот бело-розовая. Больше белого. И розовая больше. Белая больше розового. Тоже открывается одним цветом потом. Одна открывается белым цветом, выходит розовенькая. Одна открывается розовым. И потом добавляется белый цвет. Так, еще одну сделала. Может, сегодня не выключить. Сегодня мы приехали с торговли. Не было света. Пол второго выключился. Он должен вроде в час. Так что, может, еще что-нибудь успею. Так, ну, вот это. Я думаю, что это желто-красное. Или сиреневое. Будем ждать, когда зацветет. Какие-то между побегами этим большие расстояния. Теперь кое-что хотелось бы уточнить. А нет, он мне понравился, как там садили. Вот так розы. Они у них выросли такие пышные и красивые. Что мне захотелось. Если все примутся, это я, наверное, густовато тут их сажу. Так, разделяем. Давайте газетку. Газетки-то не хватит. Хочем газетку. Позже, через полторы недели, надо их смотреть. Плохие выбрасывать. Хорошие оставлять дальше. Еще на полторы недели. А потом высаживать в землю. Поливать и лить. Мне осталось только два сорта. Свет, не выключайся. Я хочу успеть. Так, что мы тут имеем?
желтая. Королева сада. Желтая роза. Наверное. А я тут хочу, чтобы вместе с зрителями увидеть, как выключится. Он не выключается. Молодец. Я снимаю. Хватило. И, наверное, белую просто газету. Газет маловато. Я еле нашла газет. Газет. Что мало кто выписывает. Стала непопулярной газета. Я газет не читала практически, потому что мне руки как-то неприятно держать было в руках. Наверное, поэтому. Сейчас я уже ко всему привыкла. Сухая кожа на руках была, что не знаю. А так я всех вокруг себя, даже молодых и девчонки, там, родители. Газету, это же вечером обязательно отец читал. Выписывали одну, другую, третью. Пришли другие времена. Теперь вон у нас интернет, компьютер, планшет, телефон. Там же и последняя роза белая. Розетку приготовлю. Белая почему-то покрасила воду. Интересное кино. Конфетка новогодняя. Новогодняя конфетка на елочку. Розочки, добрый путь. Будем вас проверять. Сейчас положу вместе и покажу результат своей работы. Осталось последнее подписать, все убрать и показать. Я надеюсь, что не напрасно это делаю. Что я вот так вот делала на зиму, экспериментировала. У меня получалось не по много, эустомки, так ничего, так получилось. Я не знаю, штук 20. А я же еще что-то помню.
Еще что-то я тут колдовала. Да там был поменьше результат. Лаванду я садила. Тех было штук 10, наверное. Ну, я вообще не знаю, лаванда это без света. Ну, как-то же выросла. Эмстому-то я попозже сеяла, после Нового года, по-моему. А может, перед. А лаванду вот так же пикировала я, помнится мне. Хотя уход был не особенный. Я и так запомню, что вот здесь белая, одна только белая. Сейчас уборочкой, потом... Ну вот, продолжаем так. Я не успела отключиться, а вас отключить, как это случилось. Ну и так вот. Тут вот тоже помаленьку изучаем. Ну, вот так вот получилось. Вот здесь. Представляете, я вот так вот и учила. В интернете. Просто вот так сверху положить. Ну, это в газетах. Метод Бурито. Бурина. Надо будет уточнить. Это вот столько видов у меня. Это мои розы. Одну я даже не взяла. Она прекрасно растет. И так пышным кустом. 8 видов. Еще хочу где-нибудь взять плетущих розочек и тоже попробовать вывести. У меня нету плетущей. Так что вот так, розочки. Добрый путь. Да, недели через полторы я опять буду снимать об этом репортаж. Что же с ними случится? Хоть что-нибудь случится хорошее. В общем, проверять будем недели через полторы. И я обязательно буду снимать. А сейчас вот такой вот теплый уютный вечер. Но есть еще одна работа. Вот у них там тоже, по-моему, поросенок пищит. А меня ждут два кота и собака, которых нужно покормить. Доброго вам вечера, доброго дня. Пускай все сбывается у вас. Желаю вам всего-всего доброго, спокойной, спокойной ночи и прекрасных дней. Я еще не совсем все показала. Надо же еще сделать такое замкнутое пространство. Вот этот вот коробочку. Ну, пакет поставим. А ведра удобно же. У меня для них есть крышечки. Закрою крышечками. Правда, внизу там есть дырочки, но я думаю, что они не помешают. В самом низу, под землей. Там цветы у меня росли в прошлом году, висячие. А эти закрою крышечки. Вот это вот ставится. Надо уточнить. Ну, не в темноте. По-моему, в таком не сильно теплом месте. А вот это вот в прохладном, темном месте. Там некоторые в шкаф предлагают. А я думаю, может, мне в погреб это все отнести. Раз у меня есть такая возможность. Есть прекрасный погреб. Я подумаю еще об этом. Но пока все вот так. Теперь все на сегодня готово. Вся работа с ними сделана.